Всем привет! Ух ты, бошка какая! Давай в конец, иди сюда. В три круга. Охренеть. Да нахер ведра отсюда. Чё, сука, Порш оборзел, что ли? Следом летят. Ну нихера, блядь, занесло и пиздец на этом, блядь, не вырулишь, а? Да. Если уж машина пошла за нос, все. Куда ты там нитро врубаешь, падла? Чё, вырвался, что ли? Да неужто? Да, первый круг проехал первым я. Дальше посмотрим, что будет. Да что ты, неадекватное управление. Да, если занесло, лучше это не выруливать. Ударится об что-нибудь, сама типа вырулит. Блять, не в эту сторону, так в эту. А чё, весело? Обе фары нахер разбил теперь. Да и хрен с ними. Ремонт бесплатный. Шесть с половиной секунд, охренеть. Вот так вот как-то прыгать надо. Жалко, что на третьем круге только адаптировался.
7 секунд. Ну все, по сути, я первый. Наконец-то спринт. Че там за выдра первая уехала еще? Как всегда, Порше. Отличная тачка, кстати. Мне нравится. Нихера я насколько оторвался от них. Едь, едь давай. Пять секунд. Ох ты, бля, как неожиданно. Уйди нахуй отсюда, блядь. Сука, я вправо, он вправо, я влево, блядь, и он влево. А все так хорошо было, а? Опять вся морда в мясо. Восьмой уровень. Эй, красавчик, я слышала про тебя. Говорят, ты очень неплохо гоняешь. У нас найдется для тебя работа. Вопросов не задавать. Оплата сразу. Если не справишься, заплатишь из своего кармана. Понимаешь, о чем я? Опять что ли машину угнать какую-то? Ауди. Слушай, мне тут нужно кое-что перевести. Рекорд на короткие сроки, и опаздывать никак нельзя. Thank you.
нахера ты тогда такую говняную машину мне посовываешь в центр, что ли? Бля, нет. Сука. Сюда вроде. Ну, начинается, блядь, стадо и этот, баранов, короче. Уйди, блядь, отсюда. Ты смотри на это, блядь, дерьмо, сука. Долбанутый трафик. Успею, не успею, хрен узнает. Да должен, по сути. Времени у тебя в обрез. Да знаю я. Сейчас все будет в лучшем виде. Ебать, он долбоебовский трафик, а. С ума сошел. Сука. Мясо. Трафик сумасшедший. Какие подробности? Блять, давлю как могу. Машина не едет твоя. Времени мало. Сука, не успеваю, да? Блять, прям чуть-чуть. Или успел? Времени мало, выполни задание и найдется еще. Я успел, но там это другое дальше дали, короче, вторую точку. Ясно. Быстрее, у тебя мало времени. Не ной, вернись на трассу. На какую, блядь, трассу, ты чё? Да ёбаный в рот, блядь, это трасса. Блять, это не навигатор, это запутывальщик. Дави на газ, мой мальчик. Заткнись. Ты серьезно опаздываешь. Знаю, что опаздываю. Я не твой мальчик. Бля, ты посмотри на этот трафик какой. Ну ничего, может, на последних секундах доеду, как в прошлый раз. Вот из горочки как раз тут фартануло. А часики-то тикают. Да знаю, блядь. Не, там змейка. Я ни при чем. Дави на газ, времени мало. Давай, мой мальчик, дави на газ. Все будет джаз. Где нитро? Да не, нитро немного. Полминуты. Секунд. А чё ты мне торопил, успеваю я? Знаешь, ты ничего. Хочешь побыть моим песиком? Песиком, блять. Прикинься, киса, песиком. Ищи зацепки на тему контрабанды. На нахер.
хера себе грузовик. Мерс, значит, да такой шустрый. Ты че, падла? Борзел, что ли? Блин, маловато. Там Марс такой шустрый, что ли, там сзади. Типа опять по этой же трассе, что ли? А теперь в горку. Мерс захлебнулся там на повороте. $4.80. Ох, нихера себе. Бляски домик, сука. Просрал я тут свое счастье. Из-за этого домика прям задел чуток. Я тебя ещё толкну. %92. Бляди! Туда не туда поехал, сука. Да нет, по-моему, по длинным, блять, Мерс обошел, да? Пидоры, блять. О, фартануло, сука. Да уж. Нормально. Типа просто смотаться за время. По-прежнему код 6, переключаю на канал 2. Передаю координаты.
Оторвался. За картой действуем по команде. Эй, красавчик, это Роуз. Хочешь поднять немного бабла? Любишь гонки? В Хиллс сегодня днем будет большая заварушка. Ты в деле? А то. Пора чисто, пора сворачиваться. Жду указаний. Компашка сразу заметна. Просто оглянись вокруг. Это тачки из доков. Одна из них представляет особый интерес для бюро. Понятно, что Гектору и его парням это не по зубам. У Джимака долгий послужной список, но никому и в голову не приходило, что его парни наберутся смелости угнать тачку из доков среди бела дня. Может быть, мы их недооценили. Выясни, чем они сейчас занимаются. И, кстати, у меня еще не было провальных заданий, и я не собираюсь проигрывать. Ты уж не сердись на них. Я к тому, что Гектор и его ребята исчезли вот так. Скорее всего, их не посадили, они просто, ну, смылись. А ты был с ними, но ты-то еще на свободе. Знаешь, о тебе много говорят после того, как ты исчез из Палм-Харбор. Не сдавайся, тебе ведь есть что доказать, правда? Докажем сейчас. Сука, Лансер, дебил. Я взял по кривой дуге, поехал, там прямее та дорога была. А, это в обратку здесь, по центру. Так, проедем. Да что ж тебя, блядь-то, несет-то? Бля, здесь два круга еще. Ну нитро это охренеть, здесь вообще вся эта система управления нитро, короче, она думает. То есть нажал на нитро, оно не врубается, оно еще подумает там секунду. Ух ты, 10 секунд опережение, охренеть. Че они там поссать вышли, что ли? Так и думал, блядь, что сейчас посередке, сука, ровно. Девять.
Да ну нахер какие-то раздолбают. Сейчас, сука, вот надо именно по этой полосе ехать было, падла. Бампера нет, да? Ага. Все отвалилось. И капот. Нахер. Мне нужны лишние тачки. Где они? Не вижу. Первый раз самый трудный, спасибо. А, да. Никель. А? Отдавай. Что? Да ты шутишь, старик. Только не ему. Фредди Никель Роджерс. Бывший боксер. Точнее, боксерская груша. Бесконечный список судимости. После 5 лет в тюрьме получил кличку Никель. Проиграл. Тачку потерял. Это закон. Что? Да я! Мне нравится твоя злость. Она твой ключ к победе. Наверное, ты слышал про Грегори Макдональда, его второе имя Джимак. Бывший коп, его вышвырнули из полиции за склонность к садизму. Он знает, как открутиться от копов, местные его просто боятся трогать. Они спят и видят, как бы наконец избавить от него Сансон Хиллз. А ты неплох, красавчик. Увидимся еще как-нибудь. Роуз Ларго хоть и кажется дурочкой, но она ведет дела вместе с Джимаком. Стоит присмотреть за ней. Эй, парень! Выбирай любую. Лично я взял бы Ники. Да нахер она мне нужна. Я даже не знаю, какая у него машина была. Посмотрим, что тут есть. Слабовато. Дает Супра, что ли, здесь? Ну да хрен с ней, пусть будет Супра. Нет, магазин. Не буду я пока бабло тратить. Не, его нет, тем более столько. Сзади вроде ничего, а наперед слабо. Попробуем сейчас на ней. Машина. Патрульные, внимание! Идет погоня на высокой скорости. Нарушитель пытается уйти. Передаю вызов на второй канал. Нарушитель на черной Toyota Supra. Две из трех. Ну где я что-нибудь свалить-то? Он уходит, я его почти потерял. Я его больше не вижу. Видишь. Он нашелся. Повторяю, он нашелся. Сука, бампер мне оторвал.
10.43 между нами и каждым квадратом. Буду на связи. Будь. О, бампер починили. Код 6. Давно уже скакал. Диспетчер, отзывайте машину, пойдем. Внимание всех патрульных. У нас несколько водителей с кодом Сейф. Срочно направляться туда. Да уйди, блядь, да я туда, сука, сверну. Внимание всем, я иду на дорогу. Ну если занесло, то все, блядь, уже не вырвешь. Так, держитесь рядом, не отставайте. Блин, все равно я это сделал. И чё, одну машину только ушатал? Я только мучился. Сообщу, если потеряю его. Борт 21. Ждите отчет. Не вижу нарушителя. Оставайтесь на связи. Погнали, клоун. Две ма... Да уйди, блядь! Где остальные-то твои? Собрать, блядь. Это полиция, остановите машину. На вот тебе, полиция, блядь. Никто не попался, да? Блядь, зря мужжил столько. На, бля. Есть нахер. Объект ехал на сталелитейный завод, кажется. Пять. Код 6 только что уронил какое-то сооружение. Есть пострадавший. Блять. Вон он, код 3. Внимание патрульным. Полиция преследует нарушителя код 6. Описание и координаты у вас на экранах. Передаю вызов на первый канал. А чё мне до сих пор эту херовину показывает? Нарушитель оставил меня без подмоги. Объект снова едет по заводу. Суки. Внимание, было подкрепление. Будет у вас минута на минуту. Да ёб твою ж налево. Он не останавливается. Бля, сейчас зажму туда. Внимание! Вижу их, все ко мне! Сука, появляются из ниоткуда прям, а? Диспетчер, отзовите всех сюда, нам нужна помощь! При следующем экипажем нарушитель сейчас идет на юг. Нет, на юго-восток. По мосту Фасула. Бля. Выставляем оцепление вокруг района, остальные патрулируют зону. Это 6-8, гоню с запада, то есть с востока. Машину раскручил нахер. Погоня отменяется, всем спасибо, все свободны. А, отрыв, это же, да. Ну поехали. Шляпа-то шляпная. На, блядь, первую же поймал.
Да едь ты, блядь. Бля, не догоню, наверное. Блять, заносит ее как дерьмо. Ну и куда он, блядь, здесь переулок свернул, что ли, блядь? Сука, хер его знает. Да ну нахер. Блять, на 180 разворачивает, охренеть. Какой на 180? На 360 на все. Чего ты, блять, стал ты, сука, нет у меня нитро. Как он на этом говне так вперед уезжает? Блять, и не вырулишь, а? Джесус, Иисус. Чего это у меня не отрисовывается ни хера? Да я догнал, блядь, догнал же, сука. Да догнал, блядь, я еще раз говорю, блядь, догнал. Да как же ты, блядина. Не, надо этот, по-любому движок ставить там, херню всякую, иначе я так и буду здесь ковыряться. Че, блядь, влип очкарик, сука. А теперь нахер поиграем, блядь, вот так вот. Че, блять, клоун заблудился? Бывает. Опасен, бля. Пошел ты нахер. Дайте-ка что-нибудь еще, блядь, скинуть. Поехали. Это 2-5. 10-23 в погоне. Блядь, куда я еду? Еще пятак остался.
лесопилку, преследуй его. На тебе бревна вот целую кучу. У меня в машину попало катившееся бревно. Смотрю, что повреждено. Внимание всем, передаю данные. Нарушитель ехал на запад, мимо сталелитейного завода. Оцепить эту зону. Какую сталелитейную? Я на лесопилке был. Ты че? Да понял, мы две девятки перекрываем южную сторону. Идите, перекрывайте. Цель потеряна. Вернуться на канал 3. 25 тысяч. Да где же я вам выстрел, столько ущерба-то? Бревна валяется. Я буду координировать отсюда. Нарушитель попал в ДТП. Сейчас арестую. Внимание, вижу его. Да блять, сбей ты эту херню. Бля, еще 9 там, чуть меньше. Чуваки, все за мной. Блять, не попались вроде. И чё они там стоят, не едут, козлы? Да. Цель обнаружена. Вон она. Еду на север, он уходит на север. Давайте я сшибу, блядь, на вас. Готовы. Один живой едет еще. А, не, еще, бля, этот. Бля, еще 3000. Мне уж сбивать-то нечего здесь. Идет на юг, по Кремино-авеню. Север, на юг, бля. Все, теперь наконец-то все, блядь, точно уже. Теперь сваливать надо. Сейчас я толкну его, приготовиться. Угу. Он следует прямо к водохранилищу. Сука. Ну и встану здесь, блядь, и буду стоять. Есть, блядь. Внимание,
нарушители с кодом 6. Идет погоня. Всем свободным экипажам отменить вызовы и присоединиться. Ну где это укрытие? Вот как до него, блядь, добраться? Сейчас пидор меня увидит. Слепая сука. Вижу их, возобновляю преследование. Я врежусь в него, осторожней с обломками. Так, хорошо. Не отставать, не отставать. Блядь, как же смотаться. Он исчез из поля зрения, повторяю, исчез из поля зрения. Да ебаный в рот, блядь! Вижу их, где ко мне? Мне нужна подмога! Клоун, сука! Срочно ко мне! К тебе, блядь, сейчас спереди какой-нибудь внимание, уродина будет, блядь! Сообщение о кодексе, уходящем от полиции. Если вы едете в путь, то отправляйтесь туда и готовьтесь включиться в погоню. Давай, давай, полоска, давай. Все. Девятый уровень, да? Всем постам, отбой. Всем вернуться на свои места. Слушай. Блять, надо было тебя дослушать, ну хрен с тобой. Все, что ты мне хочешь сказать, скажешь. Сука, машина-то у меня послабее. Штанг у нее опять. Прижмись-ка, дружок, если сможешь. Сейчас черти нападут. А у меня машина ни хера не подготовлена. На нахер. Подлетела. А, у нее Ford. Бля, я забыл, как Ford GT, как он там называется, хрен его знает. По-моему, да? Не Мустанг же. Да, не нравятся мне эти ребята. Какие у тебя там, блять, ребята? Их тут целая толпа, помоги мне! Что? Что за... Он что, пытается меня убить? Да. Сейчас мы... Звездюлей дадим. Сука. Блять, промазал. А этот клоун вообще там застрял где-то. Ты, придурок, оставь девку в покое. И сюда. Сука, как ветром сдуло. Ой, дебил ты за... Она еще, блядь, не туда поехала. А я по этой догоню, и дороги нет. Блядь. Ебанашка. Да ну нахер за 17 секунд, за 15, блядь. Дура, блядь, че ее разворачивается-то? Нихера не догони, блять, не, не догони. Нехуй уезжать от меня, блять. Да.
блядь, вечно из-за какой-то херни. Я повторяю, как говорится, все сначала, блядь. Иди нахуй. Надо ее, блядь, бортануть. Чтобы она не выпендривала слишком много. Теперь ты за мной поедешь. Угу. Я их первый обнаружил. Блять. Иди в жопу. Целая толпа, блять. Их всего здесь двое. Их не заносит, блять, меня заносит. Нахер, надо ее догнать сначала. Блять, все время на каждой херне они, суки, уворачиваются, как эти. Да не уходят, сейчас догоню. Хорошо, что второй где-то там обосрался сзади. Блять, вот и он, сука, второй. Лексус, что ли? Помоги мне, пожалуйста, убери этого типа. Заткнись. Один готов, блядь. Я второго захерачу. Она уже красная, бля. Сука. Уже мигает. Конец ей пришел. Не спас девку. Погоди, погоди, мне еще пару-тройку секунд не хватает. Промазал, блядь. На, сучка. Получи. Ты спас карман. Ну да. Черные седаны, я такие же видела в Порт-Кресенте. Ну, погоди, погоди, неужели они Гектора с Заком также убрали? Их убили? Что тут происходит, а? Спасибо, что ты не бросил меня. Я так испугалась, когда Гектор исчез. Бля, ну давай сейчас запчасти возьмем что-нибудь там.
359 тысяч. Бля, не хватает тысяч. Ну хрен с ним. Подкопим. Машина даже по-другому зарычала, блядь. Ну, гонки-то давай. Хрен с ним, кольцо поедем. Три круга, охренеть. Да что ж тебя, блять, корова-то несет? Блять, это издевательство какое-то. Месиво прям. Маленькие такие петлявые круги, сука. Бля, стычку поймал. Все, блядь. Заносит, заносит, блядь, да некуда. Из-за этого говна проиграл. Причем, блядь, так и думал. Да ёб твою мать, что ж как заносит, блядь. Пиздец, смотри, что делает крыса. Ну ладно. Раз вы такие борзые, блядь, я также с вами буду, сука. Да блядь. Опять толкается. Сука, посмотри-ка на этих уродов. Они трафик спокойно сбивают, вот он сейчас врезался, допустим, да, снес его нахер, а я нет. Я врезался и все, в ступор, как в стену, бля.
ту встречку специально притормозил, чтобы не поймать. Точнее, попутку. Так встречку поймал. Блять, на том же месте в тот же час. Та же самая, блять, ошибка. Уйди, 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 сука. Вот пиздец, блять, пидор ебучий ты, сука. Блять, а. Ну ладно, вкусно. Хотите вы, человечество? А ведь я просил по-людски. Приехали, дебил. В общем, ладно, приехали и приехали. На этом закончим. Всем удачи и всем пока.